Ребят, Toyota Wish, 16-й год. Машина 4 балла, 100 тысяч пробег. Сейчас аукционник покажу. Фух. У нас, как обычно, сильный ветер. Вот, ребят, встретил с аэропорта. Вот в прошлом ролике я показывал, как встречаюсь с аэропорта. Посмотрите мое прошлое видео. Вот встретил с аэропорта, приехали на рынок, объездили весь рынок, вот за Вишом. Бюджет был 1 100 000. Вот, и ну, можно было чуть-чуть больше. Вот, выбрали Виш, это самый лучший, самый целый на данный момент. Вот, Виш простой комплектации, на ключе. Пробег сейчас посмотрим. Вот он, 102 тысячи километров. Машина 4 балла. Есть климат-контроль. Двухдиновая магнитола, родная Toyota. А, так, что здесь? Туманки уже здесь поставили. В принципе, такая простенькая комплектация. У машины 1.8 мотор, вариатор. Вот, не ржавое состояние вообще снизу, как новое. Я вам выйду, покажу. Вот, составили сейчас договор купли-продажи. 16-й год, 1.8 мотор, 4 балла. Так, что ж я, вот так же надо делать. Вот. Вот пробивайте, смотрите, я его купил, он сейчас бьется бесплатно в статистике, спокойно пробивайте в Алиада. 4 балла, 102 тысячи пробег, вот он, вся, весь абсолютно целенький. Есть пару царапин, тычек, но а так она без замен, без подкрасов, то есть вся абсолютно целая. По машине не скажешь даже. Вот, четверка и 102 тысячи пробег. 16-й год, и купили мы ее за 1 160 тысяч рублей. Вот такая сейчас цена на Виш. Ребят, машина 7-местная. Очень много в ней места. Сейчас я это все покажу. Вот место спереди. Это большой универсал. Это конкурент, так сказать. Или такая же машина, только не гибридная версия, как Prius Alpha, Toyota Prius Alpha. Задний ряд у нее также ездит, ездит вперед-назад, и спинка регулируется. Вот он, третий ряд сидений. Места очень много. Посмотрим сзади машину. Как и говорил, что сниму снизу. Снимаю снизу, посмотрите. Машинка как новая. Под капотом она такая же. Третий ряд можно убрать, скинуть, и будет большой-большой багажник. Посмотрите, потолочек. Все как новенькое. В общем, 16-й год, 4 балла, 100 тысяч пробег. Вся в родной краске. И 1 160 000 рублей. Ребят, Honda Fit. В кузове GP6, это идет 4 ВД, полный привод, вот GP5 идет передний привод, GP6 4 ВД. Это полноценный гибрид на 1.5 моторе, 7-ступенчатый робот, литиевая батарея. Машина в простенькой комплектации, есть мультируль. Что здесь? Подогрев зоны дворников, двухдиновая магнитола, сенсорный климат-контроль, кнопка старт, бесключевой доступ, вот, подстаканники, селектор переключения робота, и у робота есть спорт-режим, ручник, подлокотник, обычные простые сиденья. Ну и цена. Сейчас покажу цену. И регистратор тут японский стоит. Пойдемте. Место в Фите больше, чем в Акве. В принципе, потолок достаточно высокий. Сзади также достаточно много места. Ну, это, конечно, не универсал, но все-таки. Здесь вот сами видите, сколько можно накидать сюда всего. Хороший багажник, спинка задняя раздельная. Вот такой фитеныш, это уже рестайлинг, который идет с 2018 года.
17-го. Вот, машина 3,5 балла, 103 тысячи пробег, и цена машины 970 тысяч рублей. F-комплектация. Это он такой длинный фит. Универсал, ребят. Honda Shuttle. Технически она один в один, как и фит. Только универсал. Сейчас я покажу. Тоже простенькая комплектация. Также мультируль. Так, задний дворник, что на то, что на это есть. Это передний привод, полноценный гибрид, также полторашка стоит, 7-ступенчатый робот, та же литиевая батарея, все один в один. Также есть спорт-режим, кнопка старт без ключевой доступ, климат-контроль, двухдиновая магнитола, все это есть. Но здесь еще камеры стоят на предстолкновение и по полосам, то есть система СТБА. Вот здесь уже так подстаканник и подлокотник идет, все немного по-другому. Вот, места здесь больше, это уже универсал. Вот. Задний ряд здесь не регулируется. То есть спинка также раздельная, но то есть не ездит вперед-назад и, как сказать, на Више видели, да, я показывал вперед-назад, здесь такого нет. То есть это как здесь, как у Филдера. Но спинка вот так вот можно чуть-чуть сделать ниже. То есть спинку можно немножко отрегулировать. Выше, ниже. Опа. Вот он багажник. Машина 5 мест. Здоровенный багажник. Опа. Ух. И почитаем, я просто в первый раз также вижу ее. 2015 год, машина, а сейчас я спрошу цену. Так, узнал, 3,5 балла, 120 тысяч пробег и 895 тысяч рублей. Весь в родной краске. Вот такой красавец. Ребят, Nissan Note, 17 год, машина идет 4 ВД. Вот это, ребята, у нас зима, конечно. Каждый день дубак, сумасшедший ветер с такой влажностью. То есть на улице вроде показывает минус 10 градусов. Просто невозможно. Нормальная такая комплектация. Есть камеры на предстолкновение и по полосам. Вон, видите, показывается камеры как красиво. А также магнитола двухдиновая, климат-контроль. Подстаканники, селектор переключения вариатора. Здесь стоит 1.2 мотор трехцилиндровый объемом 1.2. 1.2, да, так проще будет. Стоит вариатор. Вот. Здесь подлокотников нет. Ручник. И с кнопки можно переключить 2 ВД, 4 ВД. Очень удобно. Давайте пойдем дальше. Все, естественно, стеклоподъемники. Все это есть. Ну, это не самая жирная комплектация. Понятно, что есть намного жирнее, но и цена будет дороже. Хороший городской автомобиль. У него идут еще камеры в круг. То есть камера кругового обзора. Для города машинка классная. Она и небольшая, и не маленькая. Посмотрите, как много места сзади. Камеры в круг, также есть сонары. Хороший багажник. Здесь, в принципе, все вместится. Раздельная спинка. Изофикс крепления на всех этих машинах есть, которые я показываю. Ну, достаточно высокий потолок. Здесь места хватит всем. Машина 4 балла. И цена машины 820 тысяч рублей за 17 год и полный привод.
Кстати, ребят, сел в машину обратно, чтобы вам показать, как работает круговой обзор. Все жестоко отсвечивает, но вот я думаю, будет понятно. Видите, и камера задняя, и вот так машинку рисует в круг. Посмотрите. И все, что вокруг вас, вы видите как вид сверху. Это очень удобно. Вот. Все это дело можно вывести сюда на магнитолу. Будет еще удобнее. Ну, кому как здесь. Кому здесь удобно, кому на магнитоле. Ребят, вот рядом с шаттлом стоит его конкурент от Toyota. Это Toyota Fielder. Уже в рестайлинге. Видите, уже новый бампер идет. А данная модель 18-й год. По высоте, смотрите, машины одинаковые. По клиренсу, я думаю, что Fielder будет повыше, чем шаттл. Ну, я даже не думаю, я знаю. Опаньки. Fielder тоже простенькой комплектации. Здесь все крутилки, кондиционер, обогрев заднего стекла, двухдюймового магнитола, Toyota родная, автосвет дальний-ближний, стоят туманки. Здесь уже поставили камеры на предстолкновение и по полосам. Подстаканники. Здесь стоит 1.5 мотор и вариатор. Вот он, селектор переключения вариатора. Ручник, подлокотник. Розетка здесь выведена. Все, в принципе, красиво. Тоже простенькая комплектация. Машина на ключе. Без климата, но как бы здесь кондиционер, все это есть. Вот. Но на климате и на кнопке, конечно, машина станет намного дороже. Хороший универсал от Toyota. Также места достаточно и сзади, и спереди. И хороший багажник. В багажнике есть полка. Кому нужна, не нужна. Здесь лежит запаска. Вот. Тоже багажник достаточно большой. Спинка раздельная. Все это кладется в ровный пол. Красотень. Крышка багажника у них, ребят, пластиковая. Так, давайте посмотрим, может здесь бумажка лежит, аукционник. А, вот лежит. Пробивайте все, смотрите, Валиада. 3,5 балла, 157 тысяч пробег. Вот он, номер кузова. На Toyota он куплен. 11.02, значит, еще бесплатный должен быть Валиада. Машина вот вся абсолютно целая. Вот есть только царапина на переднем бампере. И 66-я хорошая магнитола. Цвет обычный белый, 40-й. Вот 157 тысяч пробег, 3,5 балла. И 18-й, ребят, год. Машина 4 ВД и уже в рестайлинге. Ну, пробег, да, не маленький. Ну и цена. То есть, если пробег будет до сотни, цена будет плюс 100 тысяч.